Всем привет! Смотрите, какая погода. Ага, и мы в такую погоду идем за игрушками. Вероника, да, уже насобирала наклейки. Сколько тут штук? Все. Сколько все? Все. 50 или сколько? Да. 50 наклеек насобирали. Завтра заканчивается, уже наклейки не выдают. Сейчас можно получить, короче, за эти наклейки игрушку миньона. Миньона какого-нибудь. Сейчас пойдем выберем. Да, я в карман положу. Я уже куртку топовую одел. На улице, наверное, вообще. Ключи взял? Пар изо рта идет. Ключи я не взял. Я забыл. Есть у тебя ключи? Нет, взяла все. Все, слава богу. Капюшон надеваем. Хотя бы я взяла. И пошли. Все, осень конкретная у нас. Игорь, нам повезло, что я ключи взяла. Как будто снег идет с дождем. Никто не чувствует. А? Как будто снег, говорю, с дождем идет. Вон лужи какие налило. Погодка, конечно, вообще. Не люблю я такую. Завтра с утра надо ехать там. Сборка мебели. На весь день. В аптеке мебель собирать. Аптека новая открывается. Все, сейчас придем. До Слаты включимся. Такого точно? Да. А вот эти не так лучше. А? Быстрее. Так тот-то большой. Да он немножко. У меня таких вот почти много. Ну мне бери, надо... бери какой я хочешь. Хочу маленький. А где у тебя эта бумага-то? Пороняла, другую уже взяла. Ты, Вероника, даешь. Такого миньона она выбрала. Все, пошли на кассу. Короче, те маленькие, это просто без акции, а вот эти по акции, которые большие, эту взяли. За айфоном 13-м там по скидке, да? Маленький. Если будет, то маленький. Да. А, машины, яхты нам не надо. Ты что, тоже маме будешь айфон покупать? Нет. Ну все, ладно, если купим, покажем, короче. Айфона нет? Если только от самой компании Apple 2 года, от нашей компании только год дается. Какой айфон? 13 на 128. Мы тоже закупим. Айфон 13. Куда идем? Мы с Пятачком. Зашли, короче, в Эльдорадо, они говорят, предзаказ, какие 13-е, у нас нет таких. В ДНСе зашли, спокойно купили, да? Айфон на 128. Распаковочку небольшую сниму, закину. На секундочек 30. Маленькую, да? Никитуша. Третий надо же, да? Ваня! Нажми закрыть дверь. Зачем? Ну что, понятно?
бы мэнс. Вероника пиццу свою любимую заказала, да? С картошечкой. Кушает. Ага, перчик убираю. Не любишь перец? Не любишь перец или что? Печеный не люблю. Да, он немного же запеченный. Его сверху ложат. Приятного аппетита, Вероника. Угу. Все, смотрите дальше, не переключайтесь. Наверное. Я хочу бомбочку сделать. Какую бомбочку? Из мыла? Для ванны. Раньше была. О, я крокодил. Крокодил. Зачем в камеру-то бьешь, тебе сколько раз говорить? Он палец съест. Ку-ку или что? Вот опыт и химическая лава. Чего тут только нету. Ты же вот эту хотела, аквамозаику. Не хочу. Раскопки. Вот это что такое? Деревянный конструктор. Моторика. Нет. Воображения. Давай выбирай, Вероника, через, да, час, через час подойдешь, позвонишь нам. Мы дома будем. А такие две бомбочки для ванны. Че это? Бурлящий шар для ванны. Это бомбочки для ванны. Написано бурлящий шар для ванны. Ну написано, она называется бомбочки для ванны. Распаковка 13-го айфона. На 128 гигов. Вот он красавец какой. Он что, квадратный, что ли, как 12-й? Опа. В комплекте провод тока, да? Зарядки нет в комплекте. И документы. Что, Вероника, делать будете? Показывай. Вот мыло. Вот мыльная основа. Вот, кстати. Вот что, вот такая формочка. Вот такая вот. Ну, только мама не... Только не показывает. Мыло больше, чем это. Формочка. Тут, наверное, две половинки надо делать. А, туда наливать и можно... А, не разноцветное мыло будет? Да. Вот такой вот пищевой краситель красный вроде. Да, красный. И амортизатор. Понимаешь, вот так надо крутить, а не вверх. Смотрите, Пашка, повар у нас. Отойди. Что делаешь? Паха, что делаешь? Пицца будет или что это? Да хуй его знает, что получится. Ясно, ясно. Ну, красава, красава, Паха. Такая тарелка, это падает. Ты сам это предложил, да, или да, что? Да. А? Я сам придумал. Сам придумал. И тесто ты тоже мешал? Да это же вот покупной. А, да, 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 я понял. Нифига ты этот мастер, вообще фломастер. А зачем так много? Нормально. Можно было две замутить. Короче, что получится, да? Вот такое мыло Вероника сделала, да, с Ромой? Ну это еще не все мыло. Еще одна половинка на два таких мыльца. А тут как будто сверху пастой намазали или чем это? Вот здесь? Нет, на этом. Да, вот это. Синяя. Это краситель.